дальше. Каким образом вот этот вот личностный подход работает? Вот именно личностный подход. Каждому конкретному человеку. Да, причем, что бы мы ни делали, консультировали, или вели группы, или вот проводили какие-то массовые мероприятия, обязательно должны быть вот эти вот читали пять компонентов. Читали проповеди, богослужения вели. Или лекции. Или лекции читали. Все равно мы должны делать это так, как будто мы говорим каждому конкретному человеку. А это получится, если мы принимаем во внимание пять таких основных компонентов. Во-первых, информационный, когнитивный компонент. Вы можете, если вам не нравится слово «когнитивный», напишите «информационный». То есть донести, или новостной. Донести полезную информацию. То есть, когда мы идем в какую-то аудиторию, мы можем иметь в виду, я им хочу сказать вот это. Но если вы приходите, вы видите по глазам, все же мы чувствуем, понимаете, и нам все равно какое-то есть внутреннее видение. Но им это не надо сейчас, они не готовы это услышать. Мы готовы информацию поменять. Вот если мы не готовы, потом не удивляйтесь, что у вас ничего не выйдет, результат нулевой. Потому что информацию нужно донести людям, именно какая им сейчас нужна, какую они сейчас готовы услышать. То есть вот информационный компонент очень важен. Следующий компонент – это рефлексивный. Ну, это такой научный термин, который объясняет, как человек воспринимает эту информацию. Это ему надо или не надо? То есть донести информацию таким образом, чтобы он смог ее пропустить через себя. Понимаете, да? Вот через себя. Осознать. Пропустить. Это для меня информация. Это то, что мне сейчас нужно. И дальше следующий обязательный компонент. Мотивационный. Подумайте, как вы можете их замотивировать. И к чему. То есть эту информацию применить в жизни. То есть если вы просто приходите, заносите полезную информацию, какие-то цифры, факты и уходите. Ну да, это меня касается. Ну а чего вы хотите добиться? Вообще, понимаете, каким образом это все состыкуется? Начнет человек меняться к лучшему от этой информации или нет? Захочет будет он что-то поменяться, делать? Да. Будет он что-то делать вообще в жизни? Или останется таким, какой и был? И вот если он будет что-то делать, значит, считается, у вас работал следующий компонент, операциональный или действенный. То есть он захотел изменить, и он начал меняться. Все, считайте, что сработало. То есть поведенчески, меняет свое поведение, что-то предпринимает, что-то делает. Это вот операциональный или действенный, или поведенческий. И следующий компонент – духовно-нравственный. И вот этот компонент, он интегрирует все пять компонентов вместе. Он как база, как основа. Потому что если у человека нет никаких ценностей в жизни, нет никаких приоритетов, который живет по ветру, так вот, сегодня один, завтра другой, послезавтра третий, то с таким человеком очень тяжело разговаривать, беседовать. И невозможно добиться. Да. То есть, смотрите, доносите информацию. Вы все время думаете, информация, в которую я доношу, содержится духовные, истинные моменты или не содержится? Если не содержится, грош цена вашей информации. Когда человек пропускает через себя, вот то, что он пропускает себя, это состыкуется с истинными, нравственными, духовными ценностями или не состыкуется? Если не состыкуется, грош цена тому, что вы делаете. Если человек мотивируется к чему-то, вот он мотивируется чем? На хорошее или на плохое? На что он замотивирован? Или он вообще остался на прежней позиции? Понимаете, то есть вот это вот нужно постоянно держать, на какой бы аудитории вы ни работали. Постоянно держать в голове вот это, что вот все пять моментов должны быть. Если хотя бы одного нет, грош цена, мы не приходим к тому, что мы приходим. Изучайте, знаете, вот проповеди Христа. Вот если вы посмотрите вообще, как он разговаривал с людьми, женщиной у колодца. Как вот его Нагорная проповедь, когда шла на большие массы. Как он работал со своими учениками, групповая работа. Да, вот, о чем вот мы дальше будем говорить. Как раз вот они, виды работы. Вот они индивидуальные, групповые, массовые мероприятия. И вы увидите, что во всем, что он делал, он давал духов, все пять компонентов. Все пять, информацию и которые все пять были основаны именно на истине, на Слове Божьем. Да. Вот, это, понимаете, для нас образец, как консультировать, то есть как индивидуальную работу проводить, душепопечительскую работу, как работать в группах, чтобы был действительно какой-то результат, не какой-то, а замечательный результат, да, для человека. То есть индивидуальная работа такая с каждым конкретным человеком, лицом к лицу, как личность к личности. И здесь, конечно, очень важно такая, может быть, какая-то коррекция его произвести, его поведение, его сознание, чтобы действительно он изменился к лучшему. И это, конечно же, предполагает обратную связь, обязательно. Здесь мы смотрим, такая интерактивность. Не просто мы что-то ему говорим и выдаем, а смотрим, как он реагирует на то, что мы ему сообщаем. Групповая работа тоже предполагает такую интерактивную связь, потому что мы смотрим,
как человек реагирует, что он делает, как изменяется, какие-то его отклики, реплики, мимику, жесты. Ну вот мы сейчас смотрим на вас, мы видим, ага, здесь вот понятно, здесь не совсем, здесь нужно что-то... Тут головой закивали, да. А тут задали вам вопрос, да. Не о том. Вот это нормально, вот это как раз идет вот то, что обязательно должно быть. А массовые мероприятия, понимаете, они намного сложнее. Там идет игра в одни ворота, то есть вы стоите и в одни ворота, то есть там не предполагается, что как-то на вас будет реагировать вот... Все люди сидящие. Кто-то да, кто-то не обязательно. Это нормально. Но и здесь очень важно, чтобы люди отрефлексировали, то есть осознали то, что им говорят, и хотели применить. Но, конечно, все должно базироваться на духовных принципах. То есть это понятно, да? Вот дальше, следующее. Здесь мы хотим сказать о том, что действительно очень важно, вот когда мы работаем с такими, с людьми, которые находятся в подростковом еще периоде своей жизни, да? Не то, что они сами по себе подростки, а то, что они еще не выросли как взрослые. То есть человек может быть и 50 лет, а у него психология подростка. Я думаю, вы таких встречали. А порой бывает так, что человеку 16 лет, а он уже вырос. Такие тоже есть. Вот как человека перевести из пассивной части общества в активную? Вот тут есть таких три очень важных принципа, может быть, даже стоит их записать. Вот эти три важных принципа работы человека, перевода человека в активную его часть, активной работе. Итак, первое. Что первый, самый главный принцип – это ни в коем случае нельзя молчать. То, что происходит рядом с тобой. Если что-то случается… Если вы видите, что что-то кардинально вредит… конкретному человеку, тем более вредит человечеству, молчать нельзя. Вот вы знаете, история такая есть. Был такой капитан первого ранга в Германии в начале прошлого уже века, да, которого звали Мартин Немоллер. Мартин Немоллер. Он был командиром одной из германских подводных лодок. И он о себе описывал так, когда он написал воспоминания о себе, он написал о себе так. Когда пришли национал-социалистическая партия, фашистская партия к власти в Германии, и начались вот эти все репрессии, первым делом стали хватать коммунистов и загонять в концлагеря. И он пишет, что я же не был коммунистом, поэтому я молчал. Когда стали хватать евреев и загонять в концлагеря, ну, я не еврей, я тоже молчал. Когда стали хватать и загонять в концлагеря членов профсоюза, я тоже молчал, я не член профсоюза. Я военный человек, я слушаю приказы. Потом стали хватать католиков. Я тоже молчал, я же не католик. Когда пришли за мной, уже некому было поднять голос в мою защиту. То есть нельзя молчать. Вот это самый главный принцип, да, того, что человек действительно может принадлежать так к активной части общества. Второй принцип. Второй принцип – это обязательно нужно пробовать. Обязательно нужно пытаться что-то сделать в своей жизни. Вот есть потрясающий фильм «Полет над гнездом кукушки». Помните? Да, наверняка вы многие его видели. А? Да. Да. Помните, как вот этот вот главный герой как-то вот, ну, в игровой форме говорит, вот я сейчас этот умывальник подниму. Выдерну, наспор. Выдерну, над ним все посмеялись. Он был забетонирован там, такими шурупами привинчен, всех хохотали над ним, но поспорили. И вот он... тужится, у него видно, как вот краснеет его лицо, там эти жилы сбухают на шее. Он пытается его оторвать, и бесполезно, ничего не выходит. И потом, когда, так сказать, проиграли те, кто делал на него ставки. Все рассмеялись над ним. А он сказал, вы знаете, зря смеюсь, по крайней мере, я хоть попробовал. Я хоть что-то сделал. А вы даже не пробуете сдвинуть этот умывальник. И под конец, помните, что произошло? Индеец мощный. Вырвало. Все-таки вырвал хватает этот умывальник, кидает его в окно, чтобы сделать выход из этой... психбольницы, да. Избежать оттуда. То есть, по крайней мере, пробовать надо. Он даже дал вам... пример. Пробуйте, делайте хоть даже что-то. Даже если вам кажется, что вы никогда этот умывальник каменный не выдернете, но хоть попробуйте. Понимаете? То есть, вот это вот самый этот второй принцип. Нужно пробовать, нужно пытаться что-то делать в своей жизни. И следующий принцип. Вот о чем говорил Джон Донн. Помните, что чужой смерти не бывает. Все, нет, что происходит рядом с нами, касается и нас в том числе. Нет чужих страданий. Нет чужих проблем. Нет этого. Это все касается каждого из нас. Потому что мы часть целого, мы часть общества. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.vidyoseminariya.tvs.
www.tvseminary.com. Какие же возникают основные проблемы? Во время взросления. Вы знаете, когда человек взрослеет, взрослеет подросток или взрослеет человек, которому уже 56 лет, вот он пришел к вам либо на группу, либо на консультацию, либо участвует в массовых мероприятиях, которые проводите, у него что-то начало взрослеть, он начинает искать ответы на три вопроса. Первый вопрос – это кто я? Кто я? Ну, то такое есть... личностное самоопределение. Я кто? Я сын. Я жена. Мужчина, женщина. То я есть, мать. Да. Я дочь моей мамы. Я... Кто я профессионально? Преподаватель, лектор, верующий человек, христианин. Да? Вот я начинаю как бы вот кто я вообще? Вот, да? В этой жизни. Следующий вопрос – это какой я? То есть мои такие духовно-нравственные ценности, мои убеждения, идеалы. Моя позиция, мои идеалы в моей жизни. Действительно, я верующий, и во что я верю? Почему я в это верю? К чему я стремлюсь? Во что я себя вкладываю? То есть какой я сам? Что мне во мне не нравится? Где я хочу себя изменить? Да вот это вот, какой я? Человек начинает искать ответ на эти вопросы. Ну и следующий вопрос. Третий вопрос – это с кем я? Мое окружение. Мои друзья, мой социальный, да, мое окружение, мои друзья. Из этого окружения я буду выбирать будущего спутника жизни, супруга или супругу. Из этого окружения у меня будут мои друзья. И вот здесь мы хотим еще раз напомнить, мы в одном из курсов говорили, что есть замечательный закон профессора Ухтомского. Это закон заслуженного собеседника. Рядом с нами те, кого мы заслужили. И все время, знаете как, тут надо быть все время очень-очень конкретным. Если, скажем, мы говорим так, муж говорит про свою жену, у меня жена безмозглая курица, значит, он сам кто? Вы сказали. Если жена говорит про своего мужа, у меня муж баран. То она кто? Баронесса. Замечательно. Замечательно, если баронесса, но как правило... Оказывается, овца. Да. Если вам кто-нибудь скажет, знаете, вокруг одни подлецы, одни воры. Как можно жить в таком обществе? Закон заслуженного собеседника. Если вас окружают такие люди, то вы кто? Оглянитесь на себя. Это закон заслуженного собеседника, понимаете? Его никто не отменял, он действительно существует. Поэтому, знаете, теперь, когда вот у нас появляются первые, когда приходят на консультации люди, у которых все виноваты, мы говорим, знаете, вот у Ухтомского есть такой закон, подумайте над ним, поразмышляйте. Даже такая русская пословица есть, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Вы знаете, вот это как раз Ухтомский взял вот эту русскую пословицу, изучил, изучил причем разными исследованиями, и знаете, он действительно пришел, и это правда так работает, это правда так оно и есть. Ну а давайте подумаем, кто должен вообще помогать таким людям? Находить правильные ответы на эти вопросы. Кто должен помогать? Вот подросткам, начнем с них, которые действительно находятся в подростковом возрасте. Не будем говорить о взрослых. Давайте, кто помогает вообще? Подросткам ответить вот на эти вопросы. Правильно, кто? Родители. Родители. В первую очередь, конечно, родители. Еще кто взрослые? Кто взрослые? Учителя. Учителя. А еще кто? Наставники. Наставники духовные, да. В церквях, священнослужители. Например, да, священнослужители. Еще кто? Бабушки, дедушки. Бабушки, дедушки, замечательно. А вот представляете, если все эти взрослые, кого мы перечислили, если они сами находятся в пассивной части, в подростковом возрасте, ну, опять, подростковый период, какие они ответы дадут, помогут ли они? Правильно, тут подключается улица, которая... А подростка уже не выбирает, что мам с папой в подростковом мышлении? Что? Телевизор. Мои сверстники в подростковом. Телевизор начинает учить. Да. По телевидению замечательные есть передачи, но подростку же, если он не в подростковом, если он находится в подростковом, так сказать, развитии, ему же трудно выбрать что-то взрослое. Полезное. Полезное. Он же смотрит все подряд и берет то, что нравится ему. А что ему нравится, что соответствует его подростковому мышлению. А подростковое мышление это какое? Это максимальная эмоциональность. Это максимальная критичность. Это черно-белое мышление, это игра эмоциями, в том числе сексуальными всякими выпадами, сентиментальностями. Все, когда вот, супергерой с автоматом стоит на горе трупов, обнимая сексуальную девушку, да? Вот, да, пожалуйста. И вокруг море всех крови. Расстрелял и занимается любовью. В море крови этой... и любовь. Вот какие вообще в данном случае рисуются? Да? Вот это подростковое мышление, это фильмы, которые ориентированы на подростковую часть общества. Причем мы не говорим о детях, мы говорим о взрослых, которые находятся в подростковом периоде. И мы знаем таких взрослых, которые обожают смотреть такие фильмы. А почему? Потому что они соответствуют его позиции. Вот и все.
Понимаете? Вот. Ну, и смотрите, в данном случае, вот почему мы об этом говорим в теме по зависимости? Потому что почему именно подростковая часть общества впадает в зависимость? А потому что зависимость потрясающим образом отвечает на все вопросы. Ну вот смотрите, ребенок начал употреблять наркотики. Он стал наркоманом. Он теперь... Нет, вернись туда, пожалуйста. Он теперь четко знает, с кем он. Он с себе подобными. У него есть уже статус, да, у него есть люди, которые понимают, с ним он вместе, в этой компании. С ним вместе кайфует. Какой он? Да он супер! Да? Особенно в начале употребления, там же действительно, да это супер, ты вообще супермен, кто я? Да супермен, да всех своих иллюзиях, понимаете, все, все три вопроса получают быстрый ответ, даже думать не надо, даже мыслить не надо. То же самое гэмблинг, игровая зависимость, все три вопроса человек получает одновременно вообще. Вышел, всех расстрелял, кто там бегает у него, да, на экране телевизора. Все, супермен, победитель какой. А да если синий. Тебя ранили, можно начать игру сначала, ничего страшного. У меня страшного. 5 жизней в запасе, понимаете? А рядом такие же. Ну что это? Любая зависимость. Берем тот же самый шопинг. Сейчас, знаете, шопинг-зависимость, мы раньше думали, это шутка. Мы вот в Москве недавно были, проводили семинар, у нас несколько женщин подходили к нам, они шопингоманией страдают. Говорит, все, пошли в магазин, все, я, говорит, ушла купить хлеб, пришла, все, можно и на зарплату потратила. И я говорю, вот в таком состоянии я понимаю, что это выше меня, это мною владеет. А это почему? Потому что она туда приходит, она знает, кто ее окружает. Она знает, какая такие она. Же, вот как у нее деньги есть, пожалуйста. Она супер, понимаете? И с кем? С подобными себе. То есть вот эти зависимости чем страшны, что они дают псевдо-ответы на вопросы, псевдо-взросление, временный кайф, временный экстаз, после чего начинаются ломки. И человек не взрослеет. Но зато очень быстрый ответ на все вопросы. Ну, хотя бы в течение нескольких часов. Ну, пока муж не вернулся с работы. Например. Да, например. Если брать шопингоманию, да? Совершенно верно. И вот теперь, значит, задача взросления, да, чтобы все-таки, вот с чего, к чему мы должны стремиться? Помочь человеку в решении задачи его взросления. То есть самое главное – это помочь человеку повзрослеть. Не просто, чтобы он оставил это поведение и больше не употреблял, или не играл, или не ходил, или там не гневался, а именно повзрослел в первую очередь. Причем, опять хочу сказать, это не важно, сколько этому человеку лет, 15 лет или 55 лет. Если он не повзрослел, ему нужно помочь повзрослеть. Вот. И вот... То есть становление его субъектности, такой термин, субъектность. То есть нам очень термин этот понравился. Вот мы который его... говорит о самопричинности, во-первых. Субъектность – это самопричинность. То есть я уже сам по себе являюсь причиной того, что происходит в моей жизни. И я здесь, в этом мире, не просто как, знаете, в хаосе, раз и возник. Я часть грандиознейшего плана. Грандиознейшего плана свыше, плана нашего Господа. Я уже самопричинен, что я здесь есть. Ну вот и, конечно, моя личная ответственность за то, что происходит вокруг меня и со мной в первую очередь, конечно же. То есть, понимаете, у каждого человека большого выбора нет. Либо он субъектен, либо он зависим. Либо мы в своей жизни взрослеем и становимся действительно субъектным человеком, личностью, давайте скажем, нашей терминологии, либо мы так и остаемся в зависимости. И мы трезвые пьяницы. Вот. Вот, понимаете, выбор как бы вот небольшой.